Всех приветствую, друзья. Вот такой телефон. Все знают, что это за модель. 88.00.2006 года выпуска. Носят на ремонт до сих пор. Телефон принесли с проблемой, не включается. Вот. Вздутая батарея, как обычно это бывает. Слабоватая батарея, конечно, была сделана для этого телефона, 700 мАч. Батарея, судя по всему, дохлая. Попробуем завести ее. Нет, не хочет. Ну, ничего удивительного, 10 лет телефона. Батарея умерла, поэтому я заказал китайскую батарейку. Кстати, на 850 мАч уже, не знаю, насколько это правда. Вот, 374, все отлично. Здесь вот я вижу следы влаги. Попробуем. Вот здесь сломанный разъем батареи, оторваны, пятаки вроде целые. Ну, дураку понятно, ничего сложного нету. Снять системную плату, припаять феном. И надеюсь, что телефон будет работать. Будет очень приятно восстановить такой легендарный 88.00, о котором, наверное, 10 лет назад каждый мечтал. Стоил безумных денег. 600-700 евро. Пару месяцев назад был в Москве, по-моему, на Митинском радиорынке видел такие телефоны бэушные после ремонта. Хороших денег стоили до сих пор. Так, вот так он вроде снимается. Давно не разбирал. Чудо-аппарат. Хирургическая сталь. Насколько неизвестно. Да, здесь так просто не припаяешь феном. Шлейф отстегиваем. Телефончик разбирался, не стали его ремонтировать, потому что с этой стороны разъем основного шлейфа. Отстегиваем нижний шлейф. Ну, что здесь можно сделать? Пытаться припаять паяльником.
Вот как-то так. Понятно, что отсюда феном не посадишь. Здесь у нас разъем. Вот. Снимать его будет достаточно трудоемко, да и сжечь можно будет. Поэтому оптимальный вариант. Что оторвется. Так. Стягиваем шлейф. Надеюсь, включится. Других проблем у этого телефона. Будем надеяться, что нету. Кнопка включения. Да. Заработал. Заставка. Супер. Все работает. Все отлично. Приятно держать данный аппарат в руках. С удовольствием бы приобрел себе такой. Да, декабрь 2006 года. Nokia 8820 широко. Класс. До сих пор рабочий. Так, друзья, ДОВ. Только что мы отремонтировали. Мелочную проблему решили на легендарной Nokia 8820. До сих пор актуальны, до сих пор в цене. Всем
Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь. Жду комментарии. Всем спасибо. До новых встреч.